Как и все предприниматели, через некоторое время в бизнесе мы каким-то образом, над нами появляется стеклянный потолок, и иногда мы даже не осознаем это. После активных действий в бизнесе я начал получать меньше результатов и начал себя спрашивать, в чем же дело. Мне посоветовали сходить к психологу и получить гипнотерапию. В итоге я пошел и получил эту гипнотерапию, и мне действительно стало легче, потому что неосознанно в возрасте с 2 до 7 лет мы получаем какие-то детские травмы, и именно эти детские травмы, они восстанавливают наши убеждения по всей жизни. И именно эти убеждения, которые вкоренились в это детство, они мешают нам получить определенный результат. Они могут через медитацию или систему тета-хилинг, как это называется, вылечить вас. И это может быть не так уж тяжело, как вам кажется. То есть мы можем действительно избавиться от всех этих убеждений, которые нас задерживают.